Выражение «возраст к лицу» хорошо подходит торгово-экономическому колледжу. В этом году учреждение празднует свой 75-й день рождения. Юбилей отмечают с размахом. Кругом одна огромная экспозиция работ учеников и преподавателей. Здесь же для гостей организованы мастер-классы по разным направлениям. Каждый кондитер, в том числе и художник, поэтому часть обучения – роспись имбирного печенья. В основе глазури – сахарная пудра, белок и лимонная кислота. Официанты тоже не остаются в стороне, покоряют гостей профессиональной сервировкой. А на сцене лучшим работникам вручают почетные грамоты и благодарности, поздравляют колледж и выпускники. Благодаря колледжу устроился в успешную организацию, работаю там уже 5 лет. Первоначально я шел учиться на год, закончил продавца с отличием, с красным дипломом. Затем пошел на товароведа. Учреждение готовит кондитеров, официантов, поваров, продавцов и товароведов. Ежегодно отсюда выходят 200 дипломированных специалистов. Учащиеся и мастера выступают и побеждают на областных, а также республиканских конкурсах. Колледж готовит высококвалифицированных специалистов для сферы обслуживания и сферы торговли. Как нашего региона, так и области и республики. Многие учащиеся работают не только на территории республики, но и за рубежом. За время существования колледж выпустил десятки профессионалов. Одни возвращаются в родные стены, чтобы обучать новичков мастерству кулинарии. Другие же радуют посетителей заведений своими гастрономическими шедеврами. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.